Я горжусь тем, что мой отец десантник, и слава ВДВ, как говорится. Сейчас они приходят с семьями, с детьми, это важно. А для детей также подготовлена программа. Давно виски покрылись сединой, но крепче дружбы нам не отыскать. Как нас свела судьба под куполами. Святая Родина, присяга мать. ВДВ! Слава ВДВ! Вот раз рижский ОМОНовец, два рижский ОМОНовец, три рижский ОМОНовец. Ну, это член нашей семьи, как бы. Нет, это не моя дочь, это дочь моего друга, и я хочу на ней жениться. Шутка. Войны не хочу. Кто умеет воевать, а я очень хорошо умею воевать. Меня обучали как следует. Вот я против войны. Я, можно даже сказать, пацифист. Если Родине будет нужно, мы еще повоюем. Что никто войну не приветствует. Но десант – это те войска, которые выручат любого. И своих не бросаю. Я девушка-десантник, горжусь, конечно. Чего не женитесь? Рановато еще пока что. Пока рано. Проверяете чувства? Ну, чувства мы уже проверили. Но все равно пока что рановато еще. Молодой. Я бы была не против, если бы мой будущий молодой человек служил в воздушно-десантных войсках. Ну, это элита. У нас учат убивать вообще. Извините, может, это в кадр и нельзя, но это так. Это так. Мне надо было сделать так, чтобы у него мина взорвалась под последним под катком в БТРе, а не под первым. Если кто-то там начинает покушаться на Россию, на патриотизм, на нашу великую родину, тогда мы отвечаем им. Если все стабильно и нормально, наши войска, вот они не полезут на кого-то там что-то завоевывать или что-то. Они держат свою территорию. Вы лучше у нас спросите, не сколько ты убил, а сколько ты спас. Вот так будет, наверное, верно. Ну, программа началась у нас с 11 часов. Уже всех десантников встречает на главном входе огромные буквы ВДВ на фоне голубого неба. В местах массового скопления людей полиция обязана сделать досмотр для того, чтобы не проносили спиртные напитки, потому что они не продаются в парке в этот день. И также не приносили, мало ли, что-то то, что нельзя проносить на общественное пространство. Что есть в